я встать его там. Можно устранить. Мне нужно наверх. Когда сюда пошел.
я удивил тебя. Давай уберем это. Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструменты. Без тебя не уйду! Не часто очкальки становятся героями. Старые записи. В результате долго... Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Год Мэдзи 6.
1873. Слышали взрыв и подумали. Алекс, он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Грейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь, я предпочту умереть сытым. Кормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышите имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эндьюранс попал в бурю, я почуял что-то темное, что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Yeah.
Блудница, демон! Расслабься! У нас приказ никого не впускать и не выпускать! Они убьют каждого, кто сюда зайдет! Еще морячков наслушался! Да, говорят, кто-то пошел сюда на разведку.